Миллион живи. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня знаменитой Львовской катедры, то есть Латинского собора. Сейчас мы находимся сбоку от нее, знаменитая каплица Боимов, то есть часовня Боимов. Вот, это очень такой значимый памятник архитектуры Львова. Они его как бы поставили леса, чтобы максимально оградить от каких-то, ну как сказать, трагических последствий, если такие могут иметь место. Вот тут спереди окна, видите, все витражи, все заколочено. И повернемся вот к катедре. Здесь тоже я уже показывала, все витражи, все заколочено, и скульптуры Пинзля вокруг катедры тоже из таких вот, как видите, клетках, даже там замотаны чем-то. А это вот напротив катедры дома. И смотрите, они выглядят, как будто бы по ним прошелся ураган. И это два шага от площади рынок. Вот в таком состоянии сейчас дома в центре города. Очень-очень печальное зрелище. Это улица Галицкая. Зашли на службу Божью в катедру, и минутку покажу вам алтарь, пока не началась служба. Здесь слева, как видите, идет реставрация, а справа так, как должно выглядеть. Видите, стена вот здесь. И так она должна выглядеть с правой стороны, идет реставрация. Покажу вам, смотрите, Матерь Божья. Вот так перед войной некоторые львовяне в домах была такая встроенная маленькая часовенка. Видно, в советское время ее чем-то забелили, а сейчас люди опять открывают вот эти жемчужины. Как люди жили с Богом. Посмотрите, какая красота, трогательная красота. Просто Матерь Божья с ангелами. Это что-то. И такого во Львове много. И сейчас мы находимся сзади вот Лучанского кладбища, видите, вот эта стена. И здесь вот такой вот маленький домик, такой, ну, неприглядный, да. И посмотрите, опять Матерь Божья, опять такое встроенное окошечко, маленький алтарь домашний. Как же это трогательно. Люди живут с Богом, помнят и выбирают Матерь Божью на свою такую, как бы, опекуна такого. Ангела, не ангела-хранителя, а опекуна, да, такого, который будет вести по жизни, помогать, охранять. Вот покажу этот домик сбоку, видите, небогатые люди, все очень-очень скромно, но с Богом. Вот задние ворота на Лычаковское кладбище, и отсюда эта улица Черемшины, кажется, называется. Вот. И здесь сейчас мы пройдемся с вами боковой улочкой, покажу вам вот этот район Лычаковского кладбища. И здесь сзади можно выйти на улицу Лычаковскую, да, и также можно подняться вверх по этой улице на холм Славы, который я вам показывала уже в предыдущих роликах. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Бывшее, ну как бывшее, старое военное советское кладбище. Вот. И там я все рассказывала, показывала. Кому интересно, обязательно загляните. А мы с вами идем просто на такую мини-прогулку сегодня. У меня здесь в этом районе есть дела, и поэтому я вам показываю то, куда иду, что вижу, такой видеодневник нашего путешествия. Поэтому еще раз повторяю, это не какие-то такие продуманные туристические маршруты, которые у меня на канале. У меня на канале нет туристических маршрутов, как некоторые привыкли. Есть такие каналы, которые показывают так все для туристов, такие разные трассы. Нет, у меня не трассы для туристов, я показываю Львов таким, каким вам как раз и не покажут туристические бюро. Здесь вот такой стадион. Это он, кажется, принадлежит или университету. Кажется, университету.
Вот такой стадиончик. Видно, он уже модернизированный. Вот. И улочка тоже такая уже, можно сказать, тоже модернизированная. Здесь я вижу вперемешку старые и новые дома, и отреставрированные. И вот мы с вами посмотрим, как меняется Львов. Вот здесь мы видим уже новый дом построили. Видно, может, снесли старый, поставили новый. Довольно такой симпатичный стадион. И вот идет вверх улица. Я сейчас перейду сюда ближе. Видите, уже начинают немножко облагораживать это все люди, которые здесь живут. И, конечно же, приятно, когда старые дома получают не то чтобы новый облик, вторую жизнь, да? И самое главное, чтобы реставрировали, но совершенно не меняли то, что было задумано архитекторами. Пусть оно будет таким, каким оно предназначалось быть раньше. Вот тут, видите, новые ограждения граничат со старым. Очень приятно, когда эти дома играют по-новому. А здесь неизвестно, что из какого дома это сделали. Если это сделали из старого дома вот такое что-то, то это, я считаю, преступление. Какое-то оно все такое чудное. Не знаю вообще. Не вписывается совершенно. Кто-то думал, что он будет слишком оригинальный, но нет. Оно как-то дико здесь выглядит. Честно говоря, не нравятся мне такие дизайны. Что-то непонятное. Никак не вписывается. Вот здесь немножко облагородили старую виллу. И здесь какая-то есть табличка памятная. Здесь, наверное, кто-то жил из знаменитых людей. Но красиво сделали, так классически, с терраской. Мне нравится. Вот это еще старое ограждение такое. Но выглядит очень-очень прилично. Видно его как-то реставрировали. Как вы заметили, мы очень часто с вами, когда гуляем, идем вверх, в гору, как говорится, да? Потому что Львов – это такой город, который построен на холмах. И поэтому здесь то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Есть в этом свои трудности, есть свои прелести. Вот уже здесь видно дом. Перестроили нижний этаж старый, а, наверное, верхний уже новый. И здесь вот так вот чередуется все старое с новым. И хотелось бы, чтобы новое делали как старое. А здесь, видите, вот тротуар совершенно зарос. Никто этим не занимается. Идти тоже так не очень. Видите, и трава, и все. Тоже неплохо сделан, только забор такой какой-то. Конечно, люди хотят уединиться, но он здесь не вписывается. Скажу вам честно, по таким райончикам гулять одно удовольствие. Хотя здесь много и минусов разных, но все равно атмосфера очень и очень благоприятная. И на этой ноте я буду сегодня заканчивать свою прогулку, друзья мои. Как всегда, поддержите пальчиком вверх, подписывайтесь, заходите, смотрите, оставайтесь. И пишите, что вам нравится, что бы вы хотели еще посмотреть в моих роликах. И, как всегда, до новых встреч. Огромное спасибо, если досмотрели этот ролик до конца. Пока-пока!